Всем доброго дня, меня зовут Татьяна, и вы на канале о вышивке крестом. Я тут быстренько поменяла экспозицию, чтобы вам не было скучно просто меня слушать, но и можно было на что-то посмотреть, потому что я буду рассказывать. Рассказывать буду про предстоящую распродажу вышивальную, про глобальную расхомячку. Наконец-таки я сняла все видео, я их уже загрузила у себя на канал, и сейчас я просто расскажу, чтобы вам было понятно, какие будут правила и как вам быстро сориентироваться в таком огромном разнообразии наборов и схем и всего-всего-всего, что будет на этой расхомячке. Дело в том, что я вам сказала, что это будет распродажа моей вышивальной подруги, у которой большие запасы, и вот она решила частично от них избавиться. Но дело в том, что избавиться — нехорошее слово, да? Их распродать, освободить немножко места. Но дело в том, что к ней присоединились еще девочки-вышивальщицы. И очень-очень много будет всего. И много будет всего интересного. Значит, всего на канале одновременно 3 августа, это во вторник, в 9 утра, выйдет 9 видео. Каждое видео по полчаса. То есть вы понимаете, да, масштаб бедствия, масштаб и объем вышивальных товаров. Поэтому, чтобы это вам было удобнее смотреть и удобнее выбирать, будет 9 видео. Эти видео, они будут поделены на категории. Сейчас я вам расскажу про них подробнее. Под каждым видео будет перечень того, что продается в данном ролике. И, конечно же, будет оставлен под каждым видео контакт. Это будет моя почта. Кто уже у меня покупал на предыдущей распродаже, это вот как раз та самая почта, расхомячка@gmail.com, где мы с вами будем общаться. Значит, какие будут позиции? Будет первое видео, это, ну не первое, там не важно, то, как они, в каком порядке они у вас выйдут на канале. Смысл в том, они все выйдут одновременно. Значит, одно видео, это будет с условно нашими наборами. Туда входят производители России, Украины, Молдовы, то есть все страны бывшего СССР. ЛКС, Мережка, Новая Слобода и так далее. Риолис, Панна и так далее. Второе видео будет с иностранными наборами. Туда будет входить Ланарте, Пермин, Ева Розенстант, Милхил и так далее. То есть все иностранные наборы, кроме Дим, кроме Dimensions, потому что Dimensions будет в отдельное видео, его очень много, и под него выделено отдельно большое видео. Это значит, будет уже третье видео с Dimensions. Там будут и голды, и петиты, маленькие и большие наборы, старые и новые. Много, кстати, будет раритетных наборов, которых днем с огнем не сыщешь. Много будет известных и всеми любимых наборов, которые трудно достать. Будут наборы, которые я не видела ни разу, и очень-очень интересные, очень желанные. Значит, будет отдельное видео с Буцилы и Жанлин. Два производителя в одном видео. Тоже там такие очень-очень сладкие позиции будут многими желаемые. Будет отдельное видео с тканями. Отдельное видео будет с аксессуарами. То есть туда входят пяльца, куснапы, рамы. Ну, то есть вот пакеты с нитками. Отдельное видео будет с раритетами. Про это видео хочу отдельно остановиться. Там будут дорогие наборы для ценителей, для любителей, для вышивальных гурманов. И, соответственно, цены в этом видео будут высокие, начиная от 4000 рублей. В других видео тоже будут достаточно дорогие наборы, но здесь будут самые-самые сладкие. То есть здесь прям вот самые такой самые изысканные, самые желаемые. Поэтому не надо там говорить о том, что
откуда такие цены, почему это так дорого. Кто знает и любит, они понимают, откуда такие цены. Если вас это очень сильно задевает, прошу прощения, ну вот так, такая история. Будут дорогие наборы. Отдельное видео будет про подарки, что каждую посылку мы будем стараться класть какой-то презент. И первые покупатели, потому что подарков ограниченное количество, а наборов много, я думаю, что покупателей будет много. Первые, кто успеет сделать покупки, они смогут выбрать себе подарки. Там будут небольшие наборы. Наборы, кстати, интересные и не самые маленькие, не самые дешевые. Единственное, что прошу вас с пониманием отнестись и не просить то, чего мы не можем дать. Например, к одной покупке три подарка. Такого, к сожалению, не будет, потому что покупателей будет много. Хочется, чтобы всем все досталось. И если вы, например, покупаете какой-то маленький недорогой набор, а хотите подарок побольше и подороже, это тоже, наверное, будет не совсем правильно и верно. То есть надо как бы соизмерять ее. Если у вас покупка будет большая, дорогая, то, конечно, мы же вам положим там 2-3 набора. То есть соизмеряйте, пожалуйста, покупки и подарки. Я надеюсь, вы с пониманием к этому отнесетесь, потому что хочется нам порадовать всех наших покупателей. Какое же еще будет видео? Я забыла. Вспомнила, 9-е видео будет со схемами и буклетами. Буклеты — это старый американский производитель, их будет много, будет очень много интересных и редких буклетов. Будут буклеты интересные, но недорогие. И схема. Схемы тоже современные, примитивные и не только, скомплектованные и нет. Тоже очень интересное будет такое большое видео. 9 получается, да? Значит, все правильно. Теперь по поводу правил. Бронировать только в комментариях. В прошлый раз я совершила ошибку. Я сказала, что можно бронировать и на почте, и в комментариях. Но случились некоторые накладки. И чтобы такого не повторилось, чтобы люди все видели, кто что забронировал, чтобы не было ко мне никаких вопросов, что я там кому-то отдаю предпочтение. Только под видео в комментариях оставляйте, пожалуйста, свои брони. Бронь сохраняется за конкретным человеком в течение суток до поступления оплаты. Если оплата не поступила в течение суток, то бронь автоматически снимается. Потому что в прошлый раз я у всех спрашивала, не передумали ли вы, хотите ли вы его приобрести, это занимает тоже время. Сейчас, так как объем продажи будет очень большой, мне на все может просто не хватить времени, поэтому я буду просто смотреть, кто не оплатил, значит, бронь будет переходить другому человеку. Тоже, пожалуйста, не обижайтесь и внимательно за этим следите. Естественно, отправка посылок только по 100% предоплате. Предоплата самого товара и предоплата доставки. Я все чеки предоставляю с почты. Вы увидите, сколько будет стоить ваша отправка. Если вдруг мы неправильно рассчитали и доставка оказалась дешевле, конечно же, я вам эту разницу верну. За это можете не переживать. Оплату можно производить на карту Сбербанка, я вам ее буду оставлять на почте в личных комментариях, так что я думаю, что с этим проблем не должно случиться. Теперь по поводу описания под видео. Как я уже сказала, под видео будет описание, в котором будут указаны все позиции. Я буду стараться максимально оперативно указывать, что в броне, что уже куплено, чтобы вам легче было ориентироваться. То есть, если вас что-то заинтересовало, сразу смотрите в описании. Есть ли это товар в наличии, нет его товара в наличии. То есть, вся актуальная информация будет там. И прошу не придираться к названиям, потому что где-то названия будут полностью американские, где-то будет русская интерпретация, мой вольный перевод, скажем так. Я это сделала специально, потому что, чтобы проще было ориентироваться и вам, и мне. Все названия будут именно такими, как я их произношу в
самом видео. То есть вам будет легко его найти потом в описании. Потому что бывает так, что у одного и того же производителя два разных набора называются одинаково. И чтобы их как-то отличить, чтобы потом не было путаницы с бронями, с покупками, мне приходилось как-то придумывать им отдельные названия. Или с Dimensions. Я хорошо отношусь к Dimensions, но я прям не такая димоманка, поэтому некоторые наборы, они переводы у меня... Ну, я не сразу понимаю, про какой набор это идет речь, поэтому там где-то будут не оригинальные названия, не оригинальные переводы, но они будут очень говорящие, то есть вы сразу поймете, про какой набор идет речь. Пожалуй, это все. До встречи с вами во вторник, 3 числа, 3 августа. Да, я понимаю, что время не самое удобное, что всем удобнее и комфортнее было бы, наверное, посмотреть эти видео в выходной день, но дело в том, что поймите меня, для меня это не отдых, а большая, серьезная работа, поэтому выходной день я не могу себе позволить 2-3 дня выделить на комплектацию ваших посылок. Я не могу отменить детей, семью и все остальное. А вот работу я могу пододвинуть, я могу там взять отгул, поэтому я это делаю в удобный для себя день. Ну, как получилось. Поэтому это будет во вторник в 9 утра. Отправка посылок будет в течение недели. Я беру такой большой промежуток времени, потому что большой будет наплыв. Но, конечно же, я буду стараться максимально быстро их отправить. Поверьте, я заинтересована в быстрой отправке не меньше, а может быть даже и больше вашего, потому что все это хранится у меня дома, это занимает много очень места. Я переживаю, чтобы мои дети ничего не случили, не сделали с этими наборами, не растащили и как бы ничего не потерялось. Поэтому, конечно же, мне хочется побыстрее их продать и вам отправить. Но всякое в жизни случается, почта, это тоже, сами понимаете, отдельный организм, и у него свои правила, поэтому я на всякий случай беру неделю, но, конечно же, я буду стараться максимально быстро делать эти отправки. На этом, пожалуй, все, до встречи 3 августа, если у вас возникли какие-то вопросы или какую-то сторону этой распродажи я не осветила, задавайте вопросы под этим видео, я постараюсь на них оперативно ответить. И до новых встреч и приятных покупок. До свидания.